Что значит, что поднимаются вот келим из одного состояния в другое, если там из миров бия, там в ацелут? Как это? Коль кли зе эсер сферот. Им мосифим лорацон лекабель. Есть здесь сферот, если добавляет ему желание получать, и он может на своем желании получать работать и прийти к большему объединению, тогда называется, что он молится, приобретает экран, соединение, и тогда он становится как более высокая ступень. И тогда он поднимается из состояния, в котором находится, в более высокое состояние. И так начинает постигать, что называется быть в более высоком состоянии, что там. Так он постигает новые краски, новые звуки, новые ощущения. Ну, то есть получается, что как бы от давления Творца, от творения каким-то своим особым действием может поднять себя выше. Кен, шавуре меоре рутану. Да, когда Творец нас пробуждает к объединению между нами, с помощью меры объединения между нами мы поднимаемся. То есть, так это получается, что мы объединением в десятки, ну, условно, можем подняться из там одного состояния, из одного мира, скажем, в другой? Наше объединение поднять. Водай. Конечно. В конце концов ты говоришь что-то по делу. А как же это сейчас вот нам произвести такое действие вместе? Ты насо литхабер? Попробуйте объединиться, когда вы с помощью этого хотите подняться к объединению, и это объединение раскроет вам более высокую ступень. Попробуйте.